Посетители пятой по счету выставки «Подмосковье-2008» убедились, что центральный регион России по-прежнему может гордиться своим потенциалом. В презентации достижений муниципальные образования проявили незаурядную изобретательность. Экспозиция развернулась на более чем 13 тысячах квадратных метров. 69 промышленных округов Подмосковья постарались подтвердить лозунг нынешней выставки «Стабильность и развитие». Представители правительства Московской области особо выделили инвестиционную составляющую роста экономики региона. Результаты такие, что принятие бюджета 2009 года будет составлять 470 миллиардов. Это говорит о том, что сегодня инвестиции, поступающие в область, как раз развитие экономики, и складывается в целом консолидированный бюджет Московской области. Солнечногорский район был представлен на выставке двумя участниками. Это прославленный в советское время Всероссийский научно-исследовательский институт птицеперерабатывающей промышленности в НИИ ПП и сравнительно молодое предприятие с иностранным капиталом «Харрис СНГ». Для нашей компании, кажется, очень важно участвовать в данной выставке, потому что для нас важно не просто найти новых клиентов, а именно получить новых потребителей, чтобы они больше узнали о нашей продукции, полюбили ее, конечно же, и покупали ее не только для себя, но и для друзей, знакомых. Мы ожидаем, что в следующий раз нас снова пригласят. И мы покажем уже с учетом интереса посетителей, другую экспозицию. Несмотря на скромные размеры, солнечногорский стенд отметили организаторы выставки. По их мнению, он неплохо выглядел на общем фоне. Он сделан очень красиво, отличается от других, современно. Принимали участие в разработке данного дизайна молодые, по-моему, ребята. Очень хорошо сделали. На выставке побывал и глава Солнечногорского района Владимир Нестеров. Он отметил несомненную пользу от подобных мероприятий. Что-то мы показали, а что-то, так сказать, вот подсмотрели здесь у соседей и... То есть тоже привели определенный опыт, который будем использовать в дальнейшем. Полезно кое-что подсмотреть у других, в том числе для развития района. За 3 дня работы выставки ее посетило около 300 тысяч человек. Результатом должны стать дальнейшие инвестиции в подмосковные города и районы. А это позволит региону удержать свое место в десятке лучших областей России.